Частный инвестор может либо сидеть, ничего не делать, частный инвестор может сыграть на том, о чем я говорил, то есть сыграть, скажем, на укрепление азиатских валют, там, перейти в сингапурский доллар, сыграть, скажем, на покупке каких-то китайских акций, которые будут получать преимущество от укрепления юаня, это внутренних компаний, которые получают. И этапы, которые просто есть, и для вас есть ориентиры, просто есть ориентиры. Скажем, берите некий срок, да, там 25, 28, 32 месяца, ну, предположим, 2 года или 3 года. Через 3 года валютный рынок изменится, и курсы, например, валют Китая, там, Сингапура или других будут на 50, на 60 или даже на 90% дороже, чем сейчас по отношению к доллару и к евро. Соответственно, вы отсюда исходите. Когда произойдет этот момент, вы прекрасно понимаете, что вот этот безумный цикл роста цен на сырье, он тоже придет к завершению. Поэтому ориентир для вас, в принципе, есть. Другой вопрос, как он на этом заработает. Но вы зарабатываете вместе с этими тенденциями. То есть вы вкладываетесь, можете купить доллары, можете купить евро, а можете просто отказаться от покупки этих валют и вложить свои рубли, скажем, в банальный, в добрый старый сингапурский доллар, который просто сейчас предлагается Сбербанком. Готовиться надо начинать сейчас, то есть фактически... Надо для себя понять, что будет для нас. Да, то есть катастроф каких-то серьезных ждать точно не стоит, да, то есть ближайшие 4 года. Но с точки зрения изменения неких ориентиров, да, то есть если мы предполагаем, что спрос на сырьевые активы начнет падать по мере того, как эта валютная подушка в Азии, которая есть, уйдет, то есть курс азиатских валют будет гораздо сильнее, чем сейчас, им не будет необходимости покупать таких масштабов сырье, потому что у них не будет столько излишков, не будет таких излишков валютных резервов, не будет излишков. В этом плане тогда просто будет банальная ситуация спрос-предложение, а без большой спекулятивной составляющей не получится разгонять цены на нефть или на медь еще куда-то выше. Хотя, конечно, бесспорно, вот этот азиатский спрос на какую-то роль играет, но у них же тоже все изменится. Если мы ориентируем на них, скажем, наши потоки нефти и газа, ну, мы трубы построили, все равно мы будем им продавать. Вопрос, за какую валюту? Вот сейчас есть попытки продавать взаимную торговлю рубль-юань. Но понятно, что это не очень выгодно, потому что что мы-то купим от китайцев? Ширпотреб, зачем он нам нужен? У нас свой есть. Что мы купим от них? Металлы, там, сталь, у нас тоже свое есть. В этом плане нам от китайцев ничего не нужно. Им от нас нужно сырье. Но мы требуем, чтобы они от нас покупали оборудование наше. У нас худо-бедно еще что-то советского осталось. Но с точки зрения рисков, да, о которых мы говорим, для нас страшнее вот эти азиатские будущие кризисы. Потому что подготавливаться нам есть к чему. Подготавливаться нам к тому, что худшие времена еще у нас впереди. Потому что Россия пока еще зависит от сырьевого сектора. А цены на сырье сегодня и завтра еще будут расти. Но дальше то азиатское чудо, о котором мы говорим, на которое надеемся, обернется против нас. Я бы воспринял слово «трансформация» как, скажем, переоценка, ну, не то что ценности, а переоценка и перестройка всей глобальной системы, экономической, финансовой, валютной. Прежде всего, сейчас валютная система должна превалировать с точки зрения будущих рисков, потому что валютный кризис – это составляющая часть вот этого кризиса системного, который продолжается без малого уже, ну, 2015 год, он начался не в 2007 году, он чуть пораньше. Но проявления, они каждый раз все сильнее и сильнее. Валютный кризис – это как раз та самая составляющая, которая и приведет к необходимости вот этой самой трансформации. Потому что, когда валюта азиатского региона находится в лучшем состоянии, имея вот эту так называемую валютную подушку, за счет, завышенного на данный момент курса англосаксонских валют, за счет того, что нормы сбережения и избыточные резервы в Азии в разы выше, чем в экономиках англосаксонских стран. На этом есть вот эта проблема. Тема трансформации, которая приведет к тому, что процесс ребалансировки валютных курсов изменит саму структуру мировой экономики. Скажем, рентабельность азиатской продукции будет чуть ниже, и если азиатские регионы не начнут активно переходить на внутреннее потребление, соответственно, здесь структурный кризис будет только ухудшаться. Англосаксонские экономики получают несколько иную проблему. Они получают проблему более слабых валют, более слабых возможностей получать преимущества с точки зрения покупки активов в тех же странах с развивающейся экономикой, и вот этот самый дисбаланс и ребалансировка, это есть вот такое понятие, как трансформация. Слово «крах» – это сильное слово, есть такое понятие, есть течение разное, есть течение алармиста, так называемые, то есть, говоря о крахе, надо понять, что такое слово «крах». Да? Крах, ну, если мы берем российскую ситуацию, в 1998 году в августе это был крах,
Для кого-то был крах, кто-то на этом крахе заработал. Но, в принципе, просто пример 98-го года, он пример того, что очень быстро произошло, ну, кровопускание, может быть, так, для кого-то это было очень сильно, но система сама восстановилась. Вот это, наверное, яркий пример. Сейчас крах, ну, скажем так, трансформация текущей системы, она, скорее всего, приведет не к какому-то устойчивому восстановлению или изменению тенденции, она приведет просто к фактическому загниванию всей системы, которая будет напоминать, скажем, застой брежневского периода в России. И это загнивание самое опасное, потому что оно будет, не будет поощрять развитие технологий, не будет поощрять развитие производительности труда, потому что оно не будет поощрять какое-то движение вперед. В общем-то, система, она вылечится только по двум причинам. Либо система, которую сейчас пытаются спасти, продержится до того момента, когда будет технологический прорыв. Но что такое технологический прорыв? Это не изобретение айфонов, айпедов. Это классический пример бурного развития, предположим, полет на Луну, полет на Марс. Либо перемещение в пространстве. Вот это технологический прорыв, который резко увеличивает производительность труда. Ну, яркий пример, вы работаете в Москве и имеете возможность за минуту, например, оказаться в Нью-Йорке. Вы будете работать эффективно, потому что вы можете работать в двух местах. Вы будете получать больше дохода. Ну, я их так к примеру привожу. Если не будет технологического прорыва, эту систему не удержать. Ну, как показывает история, человеческая история, не какая-то финансовая, все прорывы научно-технической революции человечество совершало только когда были катаклизмы. К сожалению, это так, но здесь, как говорится, повод для размышления.